Давид Сослан, царевич Осетии Алании, муж и соправитель царицы Тамары, главнокомандующий войсками в период наивысшего расцвета феодальной Грузии из рода Царазон и был сыном осетинского царя Джадарона. Первый историк царицы Тамары пишет, Сослан был из числа сынов Ефрема, то есть овцев. Второй историк Тамар пишет, что Сослан был сыном осетинского царя Джандара. Историк грузинского царя Лаша Георгия, который был сыном Давида Сослана, пишет, что Сослан был царем Осетии Алании из рода Царазон.